Какими не были бы первоклассные специалисты, справиться с той волной, наплывом автомобилистов, которые годами не проходили техосмотр, а сейчас, ввиду законодательства, вы решили приехать, очень сложно. Нет, мы с ними справимся, но, конечно, за день это нереально справиться, мы с ними справимся, за 2-3 месяца мы пропустим. Ну, технические возможности дизельной станции – это 100 машин, в среднем это 100 автомобилей в день. Вот. И... Если представить, что как минимум последние несколько лет 30% автомобилистов проходили техосмотр, то я так понимаю, что как минимум полгода вам надо для того, чтобы переработать это количество людей. У нас будет постоянная работа, у ребят работа будет, получаться, говорится, предприятие будет получать прибыли. То есть вы не жалуетесь? Мы не жалуемся, мы это только приветствуем. Главное, чтобы автомобилисты правильно понимали. Вот факт остается фактом. Пока все-таки очереди у станции техобслуживания присутствуют. Они бы могли быть меньше. Что на это влияет? Ну, во-первых, влияет выбор самого автомобилиста, когда он хочет приехать. У нас с 2016 года есть онлайн-запись, которую люди, ну, мы стараемся, делаем рекламу на этом, что можно записаться, приехать в ваше удобное время, кому-то в первой половине дня, кому-то во второй. С 2016 года у вас в автобусном парке 1 Гомеля есть онлайн-запись. Да. Однако, к сожалению, пока далеко не везде такое есть. И все-таки, вот возможность такая есть. Есть. Каков процент ей пользуется? 30%. Ежедневно, 30. Ежедневно 20 автомобилей минимально проходит по онлайн-записи. Ежедневно. Рискну предположить, а такие очереди, возможно, в том числе еще и потому, что большинство или большой процент приезжает на обум. Вот я ехал, проезжаю мимо автопарка, дай-ка заеду. Нет, но они не едут на обум, они едут пройти технический осмотр. Они хотят его пройти. Но они... человек планировал в этом месяце, допустим, пройти техосмотр. Проезжал мимо, но дай-ка заеду. А там таких, кто дай-ка заеду, уже вокруг автопарка два колеса. Ну, их, да, очень много. А те, кто хочет подготавливаться к этому техническому осмотру, они могут воспользоваться этой услугой, записаться, подъехать любое удобное время для себя. Понятно, что секунда в секунду вряд ли сможете обещать пройти техосмотр. И все-таки, вот какие гарантии дает запись? Я приехал по записи. Рядом со станцией техобслуживания очередь. Как протиснуться? Кому доказать, что я все-таки записывался? Каждое утро начинается рабочий день, инженер-диагност из компьютера достает информацию. Записано 20 автомобилей. При заезде на дизельную станцию, при оплате, он предупреждает, я по записи. Он становится, можно сказать, в отдельную очередь. Когда машину запускают на линию, он видит, этот автомобиль приехал, он его запускает без очереди, и машина проходит. Плюс-минус 5 минут.